29 июля президент Шавкат Мирзиёев посетил IT-академию «Аструм» в Юкоро-Черчикском районе и встретился со специалистами информационных технологий, молодыми программистами, руководителями и работниками компаний в области IT и коммуникаций. Состоялся обмен мнениями о текущем положении дел и приоритетных задачах дальнейшего развития отрасли. Главное, отметил глава государства, карьера в сфере IT стала трендом среди молодежи. В школах, лицеях, колледжах, техникумах и университетах реализуется проект «Миллион программистов». В одном только текущем году в стране было создано 134 новых IT-компаний, в том числе 50 иностранных. А количество предприятий-экспортеров удвоилось. Увеличились также объем номенклатура услуг. В ближайшие 5 лет планируется увеличить отечественный экспорт услуг в области информационных технологий до 1 миллиарда долларов. Если мы правильно наладим подготовку молодежи, обеспечим ее качественной инфраструктурой, компьютерами и гарантированными заказами, мы легко достигнем этой цели, отметил глава государства. Впервые была организована возможность общения специалистов, IT-специалистов разного уровня напрямую с руководителем страны. И данный формат также отличается тем, что впервые на таких совещаниях участвуют представители иностранных компаний, которые сейчас активно развивают бизнес в Узбекистане, открывают свои представительства. Тем не менее, по направлению электронного правительства также были обсуждены и поставлены ряд вопросов, которые требуют совместного сотрудничества между частным сектором и государством. Мы определили для себя приоритетные направления и вопросы, которые в ближайшие несколько месяцев, в том числе до конца года, должны реализовать, и будут приняты соответствующие меры по достижению этих поставленных задач. Мы встречались с уважаемым президентом ровно год назад, когда было открытие Аструм IT-академии 16 октября. Не прошло и года, как мы встретились уже второй раз. И за этот прошедший период мы смогли показать достаточно хорошие результаты. Если когда мы встречались в прошлом году, мы обещали за год обучить примерно 700 студентов, на сегодняшний день уже в нашей академии обучается более 1300 учеников. До конца года мы хотим довести эту цифру до 2000. И увидев вот эти наши результаты и того, каких успехов мы добиваемся, со стороны президента нам было дано дополнительное поручение расширить опыт, который мы накопили на базе Академии Аструм на другие вилаяты нашей республики, в частности, непосредственно в Джизах, Наманган и в нескольких других вилаятах, чтобы открылись аналогичные академии, где местная молодежь будет иметь возможность обучаться, не выезжая в другие области, и сразу получать достаточно качественное обучение.